Всем привет, как всегда, вместе с вами МС Леон, крошка Айс, как всегда, рада приветствовать всех замечательных, живых и активных людей города Тольятти. Как тебе, крошка Айс? Вообще отлично, я, конечно, первый раз, но я удивлен. То, что совместили музыку с катанием на коньках. А как же наши красивые девушки, которые здесь катаются? Да, конечно, очень много девушек красивых, прям вообще. Крыша есть. Писала письмо Дедушке Морозу? Конечно. Что ты пожелала себе в новом году? Ой, много всего. Ну ты надеешься, что сбудутся твои мечты? Будут. Мы желаем тебе, чтобы твои мечты сбылись. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Ну, мне друзья тут по секрету сказали, что у тебя 1 числа будет день рождения. Да. А ты придешь 1 числа сюда на каток? Ну, если получится, я приду. Трезвенькая. Я не пью. Какая молодец. Слушай, ну что, во-первых, хочется пожелать тебе принца на белом коне. Потому что год коня, это год лошади. Счастья тебе, любви, море позитива. И если ты 1 числа не придешь на крошку Айс, мы все обидимся. Так что... Либо я обязательно приду. Ловим ее на слово. Поздравляю всех друзей, вообще весь Тольятти, всю Россию с Новым годом. С наступающим 2014. Успехов, здоровья главное. Ну и море позитива. Как можно больше. Море позитива здесь, на крошке Айс. Не, мероприятие отличное, как бы море позитива, да еще плюс к тому, то, что в ночное время иногда просто скучно дома сидеть, нечего делать, а тут взял, вышел, взял коньки и поехал. Рад все дни ходить напролет. А ты загадал желание Деду Морозу? Ну, мысленно, да, себе загадал, конечно. Ну что ж, мы желаем, чтобы оно у тебя сбылось.